Да, не должно быть слышно. Продолжим. Я уже даже не помню, где я остановился. Блин, даже не помню, если честно, где это произошло. После ведьмы и после Драгура я точно что-то дальше прошел. А, все, вспомнил. Это эти. Тюрьма. Я вам странно выглядит. Вот. Ладно. Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? Здесь сломался, получается. Угу. Ясно. Готовься. Что? Следи за ними! Ну. Берегись, отец! А, подожди, а как так она? Как она так закрылась, если я уже открыл это место? Значит, я здесь был. Я готов. Готов. Как вот это открыть? Что-то эти комнатки открыть. Ладно. Так. Такс. Опа. Опа. Ну, я вижу один. Первый. Хуя ты. Так. Туда как-то можно залезть? Как можно туда залезть? Ты
куда-нибудь. А где он находится? Где он находится? Че, я могу упасть? Ладно. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. А. Наручи. Рунные запястья проще наступать на броне, повышает силу рун. Вон оно как. Значит, и там также можно сделать. Все, понял. Ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет. Где, блин, я третью хочу поймать? Где она? Если я сейчас закрою, мне кажется, я сюда не вернусь. Вон она, вон она. Очень хитро. Ну да, пиздец хитро. Я сам чувствую. Я же, сука, не уйду без этой хуйни. Легендарный предмет... А, понял. Значит, я потом дойду. Я так и не понял, как она активируется, но я надеюсь, что я потом не вернусь. О, какой-то медлительный. Хотя давай я покручу, блин, просто интересно, что она мне дает. Это сундук?
кажется, что это вообще может быть. Странно очень выглядит со стороны, если честно. Разбитое сердце Альфхейма. Альфхейм это, блядь. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12%. Понял. Это я зря сделал. Показалось ли мне стрелы, воздух. Не за что. Используйте хиби, чтобы приобрести, о чем мне так много этих. 4000. Фига себе. Давайте воспользуемся другими запястьями. Нет, ничего не дает. Положительно. Давайте навыки используем. Навыки. Это что, спартанская ярость? Провести удар по земле, наносящий урон всем поблизости. Нет. О, вот это я хочу купить. Смените стойку на мгновение, остановившись после рукопашной атаки, приняв новую стойку R2, чтобы нанести удар щитом в крючке. Так, где купить? Ага. При блоке выстрела в последнее мгновение снаряд поглощается, а затем отправляется обратно к врагу. Ладно. Это хочу использовать. Атрей, ко мне! Идти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Бля, я и забыл. Надо же лук, блядь, осветить или как бы. Светом Альфхейма. Подожди, что, с двух сторон, что ли, такая хуйня? Куда мне идти, если оба выхода закрыты? Ага.
Думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Не знаю, блин. Ой, блядь, пиздец. Я уже слышал. И готовься. Еще один очки. Понял? У меня уже 24. Ага, началось. Прикрывай спину. Каменное сердце. Отдайте сердце древнему Броку. А, дайте сердце древнего Броку или Синдри. Изготовьте броню древнюю. Чертеж набора брони древнюю. Прокатка. Буря Ньорда. Стремительная круговая атака в ближнем бою, раскидывающаяся соседнюю.
Носящий незначительный урон. Не вижу даже смысла это. Я что-то вижу наверху. Что видишь? Сундук и нихуя. А там что? Еще одна для коллекции. Боевые трофеи, эльфийские артефакты. Только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Я уже даже забыл, зачем мы сюда пришли, по сути. Синяя дверь! Мы у цели! Никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Раз, два. Где третий? Колокол. В этот сложный попасть.
Красная зона. По очереди на луну. Все, вопросов нет. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри! Сюда! Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Ну, чем могу служить? Увеличением уровня. От плечи древних. Одно из трех сердца древних. Повышение сопротивления холоду, огню, яду на 33. Суммируется до 85. Нихуёво.
Эта броня из прочных пластин, наполненная силой сердца древнего, обладает повышенной стойкостью к урону всех стихий. Перчатка древних. Броня для бедер древних. Это броня из прочных. Угу. Обломки. Типа для каждой из них разные эти, что ли, нужны? Обломки древние. Нет. Здесь сердце нужно, а там обломки нужны. Ясно. Амулет Квасира. Постоянный эффект. Уклонение в последний миг вызывает смещение миров, временно замедляющий в соседних врагов, улучшение предмета и увеличит длительность смещения. Так себе. Так. Продать. Отлично, отлично. И не забывай дышать. И места сразу больше стало. Умеренный шанс получить благословение. Нет, я продаю. Камни воскрешения. Продать? Нет, продать. Броня для рук. Рунные запястья. Нафига она мне? Давай лучше улучшим. Левиафан нельзя. Куга. Юная Атраэль. Чем могу служить? Броня для рук. Броня для руптюра. Броня для бедер. Рукоять для топора. Хотел бы, но нет. Валандрийская рукоятка. Сплав лейтр. Лейтр. Давай. Она мне все равно ничего не нужна. Пыль миров. Улучшение, наверное, еще больше жизни добавляет, да? Ладно, еще раз. Сильно порадуется в самом начале игры. А тебе что приглянулось? Во. Что мы упустили? Не пропадай! Так, у него, по-моему, есть броня, да? Броня Атрея. Простые рунные одеяния. Да. Угу. Угу. Плюс 4 ко всему добавляет. Символ истины. А у меня стоит. Высокий шанс получить прилив здоровья при успешном парировании. Ясно? Еще. А, это и так все-таки утрачено единство тюра. Понял. Повышение сопротивления огня на 50% суммируется до 85%. Давай всех. Нет, не всех. Блять. Хотя, знаешь что? Поставим вот этот. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру некрутимости, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. Угу. Темных эльфов. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12%. Давай это пить будем. Бег мне не особо нужен. Так, навыки 3000 я так-то заработал. Так. Да, что такое? Поставив блок в последнем мгновении, нажмите R2, чтобы перейти в контратаку и силу ударить противника щитом. Нажмите R2 после атаки правосудия стража, чтобы дополнить эту атаку мощным взрывом, наносит огромный урон от оглушения. Так, сражаешь голыми руками, удерживаешь R2,
чтобы выполнить удар щитом и нанести умеренный. Угу. Че это значит? Так, у тебя больше нечего брать, да? Угу. Ну, сверненько. Мы внутри. Ну, конечно. На чем они растут? Почти. Ну так же играть. Давай, соберись. Я же так же дойду. Так. А вот что, я думаю, это проход. Сундучило. Мягкая сварт, алхимическая сталь. Вот, по-моему, как раз для улучшения не нужно. Сейчас мы вернемся, да? Ладно, даже не хочу возвращаться. Все. Ого! Вот это впечатляет! Ну все мне говорит об этом. Опа, подожди, хотя.
Мне не нравится. Все, сундучок освободился. В любом случае, типа, если ты хочешь все открыть, надо вернуться обратно. Рунный воинский пояс. Бесполезно чудо. Внизу был, как он сюда запрыгнул, вообще не знаю. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Впереди враг! Свет уже рядом. Ищи, где войти. Так-то мы их можно было так убить, но эти за лень с ним драться. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Вперед! Кошмары! Конечно, дерусь-то я. Ah!
помогло. Восстанавливается. Ну-ка, лечение. Не. Так нельзя использовать, к сожалению. Ярость хотел использовать, чтобы чуть-чуть подлечиться. Поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Видишь? Слишком сложно. Идем. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. А когда этот босс будет? Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света? Как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кинануна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Почему, если я вниз смотрю? Нельзя? Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись!
Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Я расчищу на путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! Продолжай! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Красота. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди. Хочу. Здесь. Это на крайний случай. Только сейчас понял, что это за корпус. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. Надеюсь, здесь ничего нету, чтобы потом подбирать. Типа артефактов или еще чего-нибудь. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. А он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. О, статуя Тора. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты.
я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Чьи это были за локации? Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь? Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Хуя себе. Мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Почему это батарея меня называет? Стрелы света. Вы получили стрелы света, стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом алифтеями. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Завалено. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира.
так уж много. Возвращаться наверх. Все.
Утгардский удар. Хуйня. Ты его несешь? Сын, сюда. Ничего не сказал, хоть бы историю какую почитал. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Как же я до нее доберусь? Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Я тебя жду. И как мне туда попасть? Что это значит? Запомни форму. Ну, ясное дело. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. И все-таки это дверь.
я не хочу открывать. Здесь теряем время. Сука. Пора идти. Не важно. Получится, блядь, круг сделать. Ага. А вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Сын. Будешь везде его носить? Может быть. Теперь надо два колка ломать еще. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Как же я до нее доберусь? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу.
Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Ага, а вы... В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Ну да. Сегодня я художник. У меня есть хозяин. Хуйня. Где тут броня твоя? О. И вернемся к тебе, как скажешь. Юный Атрейдис. Чем могу служить? От меня можно не убегать. Ладно, на этом месте остановимся.